Добрый день, меня зовут Ольга, я представитель Совкомбанка. Вам предварительно одобрена карта рассрочки «Халва», и у вас есть возможность воспользоваться суммой до 500 тысяч рублей без процентов. Вам Но почему мне ее оформили? Все вопросы. Кстати, да, если это вам интересно. Почему мне ее одобрили, Ольга? Карта также позволяет зарабатывать до 10% годовых на остаток, а это как на хорошем банковском вкладе. Алло. Алло, это Мария. День добрый. Добрый. Дело в том, что вам, как добросовестному клиенту наших банков-партнеров, Совкомбанк предлагает бесплатную карту «Халва» с лимитом до 500 тысяч рублей. С ней можно покупать все в рассрочку, без процентов и переплат, снимать деньги и пополнять карту в любом банкомате, совершать переводы. «Халва» полностью бесплатная. И выпуск, и годовое обслуживание. Рассмотрите предложение, хорошо? Мария. Повторите, пожалуйста, что вы сказали? Мария. Отлично. Скажите, пожалуйста, работаете ли вы официально более 4 месяцев? Работаю более... Так, теперь для составления предварительной заявки мне необходимо задать вам пару вопросов. Назовите, пожалуйста, полностью свою фамилию, имя, отчество. Это Мария. Повторите, пожалуйста, еще раз вашу фамилию. Это Мария. Так, зафиксировала. Назовите... Пожалуйста, полностью вашу дату рождения. Число, месяц, год. Месяц, год, месяц. Так, последний вопрос. В какой области или крае вы проживаете? Ленинград. Спасибо за предоставленную информацию. Как только я отправлю вашу анкету, с вами свяжется сотрудник Совкомбанка. С ним вы договоритесь о дате и времени посещения отделения для получения карты «Халва». Я отправлю ваши персональные данные в банк для обработки, хорошо? Здравствуйте, это Мария. Спасибо за уделенное время. Ожидайте звонка специалиста и всего доброго.